Анонс и точно дата выхода с 1 по 4 серию нового сериала «Магистраль». С 1 по 4 серию сериала будут выходить на телеканале НТВ 9 декабря. В новых сериях мы увидим, как майор Олег Громов приехал в Белоярск, центр одного из самых больших в государстве железнодорожных узлов. Здесь офицер собирается проведать старого друга Вышенкова. Это наставник в местной секции единоборств и руководитель службы безопасности Белоярского железнодорожного комплекса. Для своих он просто Саныч. Тренер искренне рад, что приехал бывший ученик. Наставник предложил гостю занять руководящий пост в группе быстрого реагирования, сформированной для охраны магистралей от преступных элементов. Но Олег планировал свою карьеру в другой плоскости. В столице у Громова работа с хорошей оплатой. Эта служба доставляет герою удовольствие. Но майор решил пересмотреть свои планы, увидев, насколько жестоки местные бандиты. Олег намерен оставаться в Белоярске и возглавить группу быстрого реагирования. Он собирается расследовать преступления, связанные с железнодорожной магистралью. Герою помогут сослуживцы из отряда, а также уставший от творящегося в окрестностях беззакония следователь Куликов. Не останется в стороне от расследования и психолог Тихонова. Громов даже не представляет, в какую опасную игру ввязался. Но обостренное чувство справедливости не дает отступить. Напомним, с 1 по 4 серию сериала будут выходить на телеканале НТВ 9 декабря. Если вам нравится сериал, не ждите выхода новых серий. Тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.